Приветствую подписчиков и гостей своего канала. У меня снова намечается поиск металлолома на свалке. Я туда направляюсь. Взял с собой тележку, потому что может запросто попасть тяжелый металл, который будет удобнее всего перевозить на ней. Также взял с собой кувалду, аккумуляторную болгарку. Все это находится в тележке. Ну и перчатки. Кстати, кувалда вроде бы работает нормально. Вот этот вот новый черенок себя зарекомендовал, потому что в прошлый раз, когда сколько долбил, ну вот эти плиты, ни разу ничего не сломалось и не отлетело. Я думаю, что проблемы были из-за того старого гнилого черенка. Сейчас давайте туда едем и будем добывать черный металл. Сейчас вот еду по своей дороге, и когда наступаю, то поднимается большая пыль. Вот посмотрите, давно не было дождей, и все тут буквально как на барханах, только это не песок, а глина и такая вот превратившаяся в пыль. Ноги стали грязные, ну дома протирал обувь, и сейчас вот как будто вообще ничего не протирал. Если немножко пройдет дождей, то вот эта вот пыль уляжется, но пока сейчас осадков нет вообще. Друзья, вон там за деревьями работает техника и все сгребает вниз. Поэтому я сейчас видел, как упал вот этот вот огромный камень. Не знаю, сегодня получится ли собрать или нет. Очень так небезопасно упал. Я все-таки буду соблюдать осторожность, чтобы вот они камушки. Мне кажется, что туда пока идти не стоит. Вон там падают камушки. Что-то совсем неохота туда подходить. Может быть, будем искать в той стороне. Вон там ходит собиратель металла. Вижу издалека. Тут лежит моя первая находка, это проволока, и она медная. Еще находка валяется, такие вот прутки, забираем. Посмотрите, это интересная находка. У меня тут противогаз. Может быть, он советский. Заберем, дома посмотрим. Очень неплохо. Тут есть такой вот уголок, торчащий из камня. И я думаю, если вот тут сделать пропил, то его можно будет снять. Сейчас достаем болгарку.
Вот и все, готово. Хороший кусок металла. Нашел вот такую торчащую арматурку. Попытаюсь ее спилить. До конца пилить не будем, просто вот так легко отламывается полкило черного металла. Еще один камушек с торчащим прутком. Нашел кое-что интересное, но очень сложное. Упал вот такой здоровенный камень, ну вернее раствор с камнями. Можно попытаться его немного подолбить вот тут сверху. Если вот эта арматура освободится, то ее можно будет в тех местах спилить и забрать. Сейчас буду бить кувалдой. Нет, все-таки разбивать его не буду. Это оказался большой монолит. Вон там толстый слой, и поэтому, наверное, отпилим те торчащие части. Все равно там тоже есть металл. Одну арматуру пропилил, и вот под ногами заметил алюминий. Забираем и сейчас отломаем этот кусок. Сегодня, к большому сожалению, металлома не так много, потому что там все было засыпано. Ну, техника работает, и бульдозер все сбрасывает сюда. В общем, сколько есть металла, все соберем. Все-таки я вот эту вот плиту начал долбить, и потихонечку она раскалывается. Вот. Постараюсь ее вот тут вот во всех местах пробить, и потом отпилим вон там. Будет хорошая добыча. Я почти расколол данный камешек, еще осталось немного, и будет финиш. Раскалываю одну за другой. Друзья, у меня вот такая находка. Это труба в растворе, залитая. Сейчас постараюсь ее отбить. Несколько ударов, и черный лом готов.
Уф, сколько пыли. В общем, нужно будет дома вытряхаться. Ребята, я нахожусь на полпути до дома. Сделал немножко передышку тут. Сейчас осматриваю свою кувалду. Оказывается, когда я работал, то вот в этом месте немножко выбило деревяшку. Но она все так же не соскальзывала, ничего не сломалось. Просто немножко вот тут вот пошла трещина. Это, возможно, из-за того, что я махал налево и направо кувалдой, проводил агрессивную работу. Нам, возможно, стоит задуматься о покупке новой кувалды, потому что все-таки у этой веса не хватает. Из-за этого удар получается слабым. Нужно что-то более тяжелое. Ну так, кувалда для мелких работ самое то. Поиск был очень интересным и продуктивным. Мне попались разные находки. 6 алюминиевых банок. Вот они. Еще была найдена медяха. Правда, маленькие. Маленькая проволока, но все равно это тоже пойдет. 2 куска алюминия. Один такой вот маленький, другой побольше. Похоже, что от какой-то упаковки. Есть еще кое-что интересненькое. Это данный противогаз. Пока не очень понятно, какого он типа. Ну, может быть, советские. Те противогазы, которые нам попались в прошлом поиске, ну, вернее, в каком-то из поисков, то те были, по-моему, без драгметаллов. Они были удлиненные. Я посмотрел маркировки. Все-таки это совершенно не то было. А вот это, возможно, более ценный экземпляр. Кто знает, что за противогаз нам попался в этом поиске, пишите в комментариях. Думаю, будет интересно это обсудить. Отличные находки. А теперь взвешивание всего черного металла, что удалось найти. Вот эта вот труба, ну и другая мелочевка. Все стоит на весах. 10 килограмм 340 грамм. Это первая партия. Вторая порция чермета. 13 килограмм 295 грамм. Третья и завершающая порция металла. Попробуем ее взвесить теперь уже на этих весах. Итого 2 взвешивания черного металла я суммировал. Первая партия вышла на 10 килограмм 340 грамм. Вторая на 13 килограмм 300 грамм. Третье взвешивание показало 7 килограмм. Все это приплюсовал. И получилось в итоге 30 килограмм 640 грамм. Сейчас цена на черный металл хорошая. И поэтому это нормальный заработок, думаю. В общем, поиск на свалке удался. Большое всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, ну или дизлайки. Всем пока, до новых роликов!